Сегодня у нас первая экскурсия, называется ВДВ. Всем советуем посетить ее. Это самое наилучшее знакомство с настоящей Доминиканой и ее природой. Приобрести ее можете у наших гидов, которые находятся на территории отеля, стоимость в районе $100 на одного человека. Экскурсия длится целый день. Утром советуем перед поездкой хорошо позавтракать, взять с собой полотенце, очки, водонепроницаемый чехол на телефон и обувь от Coral. За нами приехал гид Гарольд, тот самый доминиканский ВДВшник. И мы поехали к нему на базу на инструктаж. Тоже с нами? Да. Точно? Конечно. Да, все с нами. Водитель через каждую остановку. Вы с какого района там? С какого района? Родились? Дагестан, да? Конечно, знаю. Соседи Кадыров там. Все, хватит читать, друг. Потом прочитаем. Прочитаем в конце. Имя, фамилия, подпись. Что ты делаешь время вообще? А зачем так? А? А зачем? Ну как, они будут, надо отдыхать, понимаешь? А блондиночка белая всегда видишь, всегда она вот так. Мозоль, да? Так, номер комнаты еще 102, 19. 10, 219. Так, команда, вот это ваше, вот белый медведчок. Три сзади и два водителя впереди. И меняйся, помогайте друг другу, здесь пипили до принятия. Я обязуюсь соблюдать следующие требования. Слушайте все. Управлять автомобилем, не превышая максимальную скорость 70 км в час. Или, который я говорю. Соблюдать в колонии минимальную дистанцию между автомобилями 25 метров. Или, который мы говорим. Не отвлекать водителя автомобиля во время движения. Вот, не отвлекайте товарищи водителей, командиры. Не обгонять автомобили и двигаться в порядке колонны. Не останавливать. Не обгонять автомобили и двигаться в порядке колонны. Вот. Не останавливать автомобиль в колонне и двигаться строго и указанному маршруту. Остановка возможна только в случае форс-мажора или ЧП. Так, ребята, заранее скажу. Пипи как, а не форс-мажор. Пипи надо в каждом остановке, как в отеле. Одна из причин, по которой я не делаю спидисты спиндосы, что они постоянно какают. Они какают, ох, вообще просто. У меня есть знакомый гид, знакомый, который работает с спиндосами. У него отсюда до Санто-Доминго 25 регистрационных регистрированные остановки. Вот, потому что пиндосы вообще в любом моменте, они по ним руку и надо покакать. Хрень кушают. Вот, вот ответ. И откуда дядя Степа? Пятигорск. Пятигорск? Да. Кавказ. А, тоже в Кавказ? А салам алейкум. Я русский. А, ты русский? Да. Но живешь там, да? Да. Хорошо. Давай, читай.
Не, подожди, пипи! Каждой остановке есть маленький но там. Как зовут? Саида. Как? Меня Саида. Саида, Саида. Карате знаешь? Ну, научи. Вот, посисься в карате, есть такая. Давай, давай, занимай. Занимай карате. Карате, занимай. Покажи, хватит. Я стесняюсь. Да. Ну, давай ты сам, давай. Ой, мусульманские темы, понимаете? Они такие вообще ревнивые. Как это слово? Отдыхай, друг, у меня девушка потащит. Ты не понимаешь? Ну давай, карате. Убери свою розовую сумку оттуда. Не, карате вот так. Ты чуть-чуть спускай. Вот, спина прямая. Ну, конечно, мы не девушки, но девушки это расстояние, которое вы должны спускаться, если пипи. Вот. 50 сантиметров, не больше. У нас в природе есть всякие хреня, которые прыгают 25-35. Части тела из салона автомобиля во время его движения. Я уже сказал некоторые, не высасываем тело из машины, не высасываем. Не высасываем тело из машины, чтобы не страдали. Давайте. Не курить в салоне автомобиля. Ребята, не курим внутри машины. Либо со мной здесь, или тут, не курим внутри машины. Давайте. Как это, водитель и штурман, оба должны быть в... Всегда сосредоточен на эту тему, потому что любая маневра направо, даже если мы паркуемся направо, мотоциклистов мы их называем чунгачанги, они едут навстречу справа, они отгоняют как дьявол справа, все машины справа. Вот все движения мотоциклистов в основном делают прямо справа, так что любая маневра направо надо следить и потом реализовать. Мы говорим, пойдем туда, пойдем сюда, повернем налево. Но мы не говорим, сделай сейчас. Мы просто говорим, куда. А сами вы определяете, когда безопасно, когда все, понимаете? Вот. Дэри, necesito que me saque. Как вы увидите, мы убрали, как это называется? Хрняшки мы убрали. Петушины, тихо твою рождение, тихо. Они такие. Положи руку, посмотри, как они там. Не, клево там, щекотно. Так, внимание. Петушиные бои являются в этой стране второй самый популярный спорт. Второй самый популярный спорт после бейсбол. После бейсбол. Так, субботу, но особенно в воскресенье идет очень много бой. По всему страну есть... Такие частные места, которые под лицензией работают, и они там организуют то, с кем будет воевать. Очень важно, что они должны быть одинаковый вес. Никто не рискует там бросить свой петух против другой петух, который тяжелый, чем свою. Потому что тяжелый есть возможность больше. Так что одинаковый вес обязательно. Тихо, ёлки-палки. И вообще просто диких. Мы их закроем. Вот. Мы их закроем в одиноки. Я это не занимаю. Я только ради вам показать. Мне не нравится. Даже мои пейсболы не воюют друг друга. Мы отдельно там поставим все. Вот. Но они здесь доминиканы, это сильно занимаются. За деньги, споры такие идут. У кого столько есть, его занимают такие вещи. ¿Cómo están las espuelas allí? ¿Están muy largas? No. ¿Qué? No. Mira esa que tiene del lado allá. Así está. Hay que tirarlo rápido. Ребята, está puesta. ¡Тихо, tu voy растение! Voy будет между Обама и Дональд Трамп. Дональд Трамп тут. Оба петухяшки. Давайте. Это быстро. 10 секунд, все. 10 секунд. Вы понимаете, о чем речь, да? Так. Что? Видите, как они бросают ноги вперед, чтобы нанести удар сильный прямо на другого. Так, 5, 4, 3, 2, все, хитало, 5, хитало. Хитало, bien, llevo tu rompe allá, arranca el bicho ahí. Échale agua, ¿viste? La goma de la cosa, ¿viste? Ok, bájame aquella y sube la otra. Ok.
Хорошо. Меня зовут Харал Ламине Гонсалес. Капитан Куинский армии уже в отставке. Но если рот меня позовет, я как... Мешита мой вообще. Это мой мешита. Так, всем по машинам. Кто со мной, грузовая машина сюда. Полина и подружка сюда. Со мной. Вы на камень, как зубы волки, так и мы называем зубы волки, создаются, когда волны туда и сюда, когда мелко. Волны туда и сюда создают такие формы капризные в этом камень, видите? Вот. Аккуратно ходите. Аккуратно здесь тоже. Дядя Степа, аккуратно здесь, друг. Вот. Коню на карета, ты если мы убьем. Вот, и здесь маленькое дерево, да? Вот там маленький шоу. Смотрите, большой там, где красные листья, видите, кругленькие. Это все миндаль. Смотрите, как они растут, миндаль. Люди собирают, когда уже готовы, вот этих орехи, но продаются тоже у нас. Они дорогие. Миндаль. Вот это дерево похоже на бензиновый или лайм, как бы. Но это не то и не другой. Это, ребята, горки апельсином. Смотрите, как они растут. Горки апельсина. Они растут еще такие, когда уже желтые, готовые. И мы используем кисли вот эти апельсины, чтобы мариновать мясо и морепродукты. Все нормально? Да. Как? Нормально? Да. Видишь, меня доверяешь. Вот. Так. Хорошо. Это маленькая, но вот их много. Даже есть плантация такие пальма. Пальма кана. Единственные пальмы, которые делают крышу дома. Ничего нету, сразу там есть хиняшки волосатые, такие микроскопические, которые присоединяются у тебя, и у тебя там щепяшки тоже, ну щепи вот это, видишь, шисаса до хреня, но главное не потрогать, пить вода и пройдет, вот, но молока или жидкости, которые внутри, еще хуже, потому что если сломали и попадет, там еще хуже, ближе сюда, все ближе сюда. Вот это еще опасно. Вот так. Смотрите, колючие листья, черные пятки, видите? Вот это. Колючие листья. Видно для вас? Да. Наши индейцы использовали вот этот кустарник, корни, ствол, чтобы создать яд. Добавляешь чуть-чуть мелкой земля и
получается как паста такая, где можно помочить сервотаночки хреня, или нож, или ну что удобно. Вот эта ягода, когда попадет в кожу, аллергия опасна, ну получается еще опасно. Но когда попадет в крови, все, до сих пор трудно кого-то спасать от этого. Мы называем набережный вау. Они растут 6, 7, 8 метров. Листы только наверху. Поэтому, когда ты ходишь, нельзя со все соцепиться в джунгли. Потому что ты держишься на эту ствол, он растет вот такой. Вот такой растет. И листья только наверх. Если ты держишь руками, все, у тебя триндец будет. Вот, дальше. Вперед. Это красавица здесь. Жипишки, видите, такие длинные? Жипы. Это лайму. Так, внимание, товарищи, внимание. Ой, я меня пробил, а кидам el pomo, que el del agua, coño, que tan bonito que está esto aquí, mira el pomo, es allí, ya en el agua otra vez. Mira un pomo aquí también. Так, товарищи, внимание. Я, конечно, вы позавтракали? Вы знаете, что я завтракаю каждый день? И вам рекомендую. Смотрите. Что это такое? Папайя, молодец. Ребята, папайя. Хреня хорошая для живота. Папайя не дает кислохреняточка подняться. Папайя защищает печень и чистит печень от всяких хреня. Убирает все плохого из печени. И папайя защищает организма против некоторых видов рака. Знаете, чтобы они не появились. Плюс папайя дает возможность создать хорошее пищеварение. Что чуть-чуть, не так много, не съели папайя, а чуть-чуть. Очень полезно. У меня кислая хрень, это же убивает. Так, ну, если не кушать, надо попасть. Прыгаем отсюда. Здесь глубина 4 метра. Можно в головой прямо, не на пролине дерева. Можно стоять на дерево. И здесь лестница. Она аккуратно там, ну, не сильная, но чуть-чуть скользко там. Вот. Но можно тоже спускаться через это место там. Дерево нормальное, там можно стоять на дерево. Кто первый, Полина, ты? Вперед, Полиняшка! Алина, вперед! 10 раз или 15, по-моему. Я не могу! Давай! Вперед! Можешь! Все можешь! Молодец! Там рыбешки, там креветки маленькие спрячутся на камень, и черепахи есть мало, но есть. Ну что, вот, смотри, девочка, шаг вперед, и ты уже в воде, там 1 метр глубина.
У нас еще 25 минут купания. Мы никуда не торопимся. А хорошее место. Надо быть минимум 40 минут в воде, чтобы вода отъезвала. У кого там постоянно руки внутри кармана, вода здесь уничтожает все микроскопические обитатели. Дело. А что, надо быть в воде. Не вместе, аккуратно. Вы что? Кола. Кола там сзади. Кола. Сзади. А вы командир. Спрай тоже. Давай, дайте меня сойти. Давай. Я не чуардешку, подождите. Давай. Вы что? Я на вас упакался. Я руку хотел. Мне кола налить. Ром. Все, а вы? Сидите туда, кола. Ликер. Где мужики страдают, саларимари, все того годы здесь. Одежды, там рончики, там кофе, какао и так далее. Туалет прямо туда, написано тойлес. Насчет какао, насчет сигар. Смотрите, вот это человек сейчас создает сначала, первый сначала сигар, который потом надо прессовать на эти формы. Видите, деревянный, либо пластмассовый тоже. Главное создать сигар с нуля, с помощью разных видов листьев. Вот видите, какие, например, разные виды листьев, которые они называют, или мы все называем, трипас. Это то, что оказывается внутри сигара. Главное, когда ты создаешь сигар, убрать вот эти палочки, они не должны касаться внутри табака, внутри сигара. Вот эти палочки, они сразу убирают. И вот смотрите, как аккуратно собирают все эти палочки. Хорошие для перфум, для всяких хреня. Вот, пользуются палочки. Но они не должны касаться внутри сигар. Он собирает прямо с руками, создают. Выбирает разных сортов вот этих трипов, потому что растение табака разделяется на три части. Самые нижние листья – это самые красивые, самые хорошие листья, которые мы используем, чтобы крутить уже последний сигар. Вот последний листья, самые качественные. Это которые спрячутся прямо вниз. Растение табака, которые растут 2 метра. Центральные листья, которые дают сигар, аромат и, возможно, гореть. И последние листья – самые крепкие листья. Чем больше такие листья ты складываешь внутри сигар, и они тоже дают возможность гореть, сигар будет еще крепкий. Даже есть специальные листья, которые вот эти красивые, которые упакуются в определенные места, чтобы они еще были крепкие. Вот. Короче, создаются табака или сигар прямо в руке. Он потом крутит вот это, вот как получилось, у меня не получится, конечно, я не специалист. Он крутит все это и создает то, что вы здесь увидите. Потом надо складывать на этих пресс, а вот такой. И после того, как складывают пресс, прессуют, ну, такой сигар, 20-30 минут, побольше размеров, до 2 часа. 1 часа вот так, потом раскручиваю, еще один час. И вот как получается после пресс, видите? Это до пресс, а вот после пресс. И после пресс он, то, что меня уже отдал, вот смотрите, складывает последний лист, самый красивый, вот, это сигарета такой, без бумажки, без всяких, просто табака. Вы можете попробовать, вот, вам дают там, кто хочет попробовать, пожалуйста. Очень важно, а вот помоги мне, Юна Малалей, очень важно, как держать сигар. Внимание, молодошовки там. Девушки. Малолетки, которые только что спальняли. Кто будет? Да, возьми.
девушки, которые долго исполняли 18-19 лет, они курят вот так, двумя пальцами вверху сигары. Подожди. Есть девушки, которые уже курят, но тремя пальцами. Есть такая варианта тоже. Есть у нас некоторые девушки с колхоза наши, но здесь, не у вас, у нас на Карибе, которые держат сигар вот так. Так не надо. Держать сигар надо с двумя пальцами. Третий помогает. Видите, вот так. Держи, командир, вот. Вот, и кури. Внимание, есть люди, которые возьмут себя вот этот дым прямо внутри, как индейцы. Но вы понимаете, какой будет там тема, да? Пьяный, ну полупьяный такие. Если вы себя все это забираете. Ну, можно чуть-чуть, но в основном люди курят прямо, чтобы чувствовать вкус на борту. Все. Клей, который он там использует, смотрите. Сигары клеют только в конце. Там используют всякие хрени сладкие, но сигар для экспорта, то, что вы увидите там, они используют смола дерева. Без никакой дополнительной вкус, чтобы сигар был прямо, ну, табака. Поэтому использую какие-то определенные смола дерева. Смотрите, конечно, самый хороший марка в мире после кубинских сигар. Подождите, я сказал. Артуро Фуэнтес. Артуро Фуэнтес и Артуро Фуэнтес была кубинская марка. После победы революции они понаехали сюда. Не понравилась наша революция, что сделать? Они понаехали, мы остались. Но Артуро Фуэнтес, кубинская марка, которая давно уже делают здесь, в Американе, где-то 62-63. Внимание, самый хороший доминиканский сигар, самая старая марка доминиканский сигар, называется марка Аурора, им принадлежит тоже Леон Хименес. На самом деле марка есть Леон Хименес и есть марка Аурора тоже. Это самый старый доминиканский сигар. Если подарок или что-нибудь, я могу рекомендовать, который внутри металлический труба или стеклонный. Они больше чуть-чуть охраняются. Сигар нельзя хранять внутри холодильника. Холодильник для еда. Недавно был у нас 25 дней назад, почти месяц был космонавтом, действующий. Сергей Прокопьев. Сергей Прокопьев был у нас на экскурсии. Я спросил здесь, в этом уроке, НКС пропускает туда, или как это, пропускает кислорода, и он говорит, да, выходит потихонечку, и тут, но не герметично закрывается НКС, представляете? Как вы можете, что одна коробка сигар закрылась герметично, и там запах, чеснок, лук и хреня там в холодильнике, не пошел сигар. Так что сигары в холодильнике нельзя хранять, я не знаю, кто это придумал. Сигар надо либо комната, либо коробочка деревянная, маленькая, большая. И там надо обязательно прибор. Интернет каждой марки написано, какой влажность и температура должно быть на этих коробках. Сигар – это как твоя девушка. Видите, не хотела бы разом показать. Сигар – это как девушка. Надо с момента рождения до момента, который она тебя бросит. Но надо постоянно следить за ее, понимаете? Держать.
Что привычка говорить, не затяг. Прикольно. Ну, один раз попробовать стоит. Часового дня мы приехали на ранчо к местным жителям. Нас встретили, посадили за один большой стол, где уже была приготовлена еда. Наивкуснейшее мясо из местной говядины, с фасолью маленькие котлеты из баранины, рис, корень, растения, похожие на капусту, и манго с ихнего огорода. Кстати, мясо отличается практически кардинально. Оно немного сладкое. Как нам объяснили, скот кормят пальмовым маслом, но сами его категорически не используют в пищу, так как оно для человека вредно. Вся еда простая, но очень вкусная. Вам нужно, кстати, самим приехать и убедиться в этом. После обеда Гарольд провел экскурсию по ранчо, показал виды растений, как делается какао. В конце местная семья делает презентацию своих товаров, сделанными ими же на этом ранчо. Вы можете купить местный настоящий какао и другие сладости. Мы купили себе в подарок где-то 4 банки натурального какао. Стоимость одного всего $5. И это очень недорого и выгодно. Советую вам тоже так приобрести его. Хорошо.
Это кран, раковина. Андрей уже там у кого-то забрал чан, мешал. Как живут местные доминиканцы. Накормили нас наивкуснейшим обедом. Я видела, как ты мешал. А что там варят? Кофе. О, круто. Помолоть чуть-чуть шоколад, и мы попробуем, как он выглядит, только что сделали. А как? Они вытаскивают оттуда. А, вот смотрите, смотрите. Это они... Шоколад. Давай. Молотый, горький. Ты попробуй. Так, я, конечно, еще не совсем готовый, но... Праздниковый сахар, потому что без сахара прилип. Если положить давай. Сахар, будет очень плохо. Я хотел, чтобы вы попробовали. Так горьковатый. Не надо что-то. Не, если не хотели так бросать, бросать не надо. Здесь добавили сахарочку. Ну? Бомба. Не, меня показали, что да, я меня показали, что ваш муж уже был здесь.
building is here, сейчас. Мара. Мара. Нормально? Можно до завтра. Палатки здесь. Нет, Вашина. О, ты уже все вообще, ты устала все. Вот так, чтобы комар больше не трогал. Так, внимание, внимание. Пляж Макао. Доминикана. Уже немножко смылась. Москва смылась. Здесь песок совсем другой, не как у нас на пляже. Там более беленький. Флаг. Это наш гид. Флаг России. Волны, как сейчас я пойду, вообще огромные волны, прям реально, они, да, сколько, полтора-два, да, наверное? Ну, не так много, но, да, высокие. Людей сбивает. В конце наша экскурсия закончилась на местном пляже Макао. Фишка этого пляжа – большие волны. Это просто круть. Если вы будете в Доминикане, обязательно приедете сюда, и вы не пожалеете. Адреналин и новые впечатления вам гарантированы. Нам с Катей сильно очень понравился этот пляж, и мы были реально в огромном восторге. И уже под вечер, где-то к часам 7, вас отводят в отель. Экскурсия ВДВ своих денег стоит, это без сомнения. Обязательно съездите на нее и после отдыха напишите ваши комментарии под видео и поставьте класс.